У нас попытка дубль 2, нет, уже 3. Короче, в третий раз мы приехали, и сегодня мы намерены найти хомяков, снять вам их и покормить. За хомяками идем? За хомяками идем. За хомяками? За сусликами. Суслики или хомяки? За сусликами идем. Ты взял морковку? Ты что, уже нашел хомяка? Вот их норки. Лови. Смотри, вон они на поле. Хомяк или суслик? Давай, доставай. Ну, зачем ты говоришь? Вон, смотри. Держи, давай один пакетик возьмем, а то мне неудобно снимать и держать пакет. Давай один, потом второй. О, привет, чувак! Пойдешь к нам? На! 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 Иди сюда. Держи. Бежал? Чувак! Держи. Я тебе тут оставлю. Заберешь? Нет, он скрылся. Фотоохота продолжается. О, иди к нам. Иди к нам. Идите. Сюда идите, чуваки. Ну давайте. Давайте скорее. Ну давай. Чувак, давай. Суслик. Держи. Чё они такие? Сейчас голуби прилетят. Лови. Всё, пошёл. Да. Давай, давай, давай. Давай. Тебе получится. Не ссы. Давай. Сусол. Вкусненько. Давай. Зови братву. Где? Где? Иди сюда. Ну возьми тоже, дай, подойди поближе. Вот они. О, ты смотри, сколько их. На, на, ты тоже держи. Пути-путички какие. Пути-пути-пути. Смотри, какие путички. Хрум-хрум-хрум. Этот хомячит. Ты тоже хочешь? На. Не бойся. Тише. Ты какой холосенький. Пути-пути-пути-пути. Я его погладила. Хомяк! Какой хомяк! Смотри, он дается гладить! Так, где еще хомяки? Ребят, зови. Да. Зовите братву, ребята. Ну, смотри, какой. А еще будешь? И какой красивый. Держи еще. Может, ему еще отдай, смотри, какой прожорливый. Он даже гладить себе дал, нет, убежал. Ну вот. Я не вижу. Да, вот тут того тоже морковка. Да. Кто? Маленькие воробушки дерутся за что? За хлеб. Да, маленькие воробушки. Вон их там рвой. Зерно падает. Хомяк хлеб ест. Ну что хлеб ешь? Надо морковку брать. Цель найдена. Ты что уходишь? Ну что-то их как-то мало. Они в обед. Мы когда первый раз приехали, во сколько мы приехали? Ты не помнишь? Перед ночной сменой, тоже вечером. Вечером? Да. Перед ночной. То есть 5-6. А сейчас-то уже 7-8.
там одних птиц кормят. Странно. Одни воробьи. Норок много, а никого нет. Может, они уже все наелись и спят? Вылезали те, кто был голодный. Нет, мы ищем хомяков. Сусликов, точнее. Одни птицы. Угу. Ну, сколько, норок? Так они могут позвать птицы, например, ну, никого нет. Так, сюда надо приезжать часов 4-5 вечера. Потому что в прошлый раз мы в это время приезжали, их было сотни. Второй раз мы приезжали утром. Да, в 9. Дождь. Еще и дождик был небольшой. Да, их было мало, но было больше, чем сейчас. Сейчас мы пойдем в поле. Сейчас мы пойдем в поле. Там самые голодные должны быть. Давайте я вам придет, я знаю. Странная хрень. Суслики, вы где? Я помню, тут вот тут где-то кричал на меня. Ладно, идем дальше искать. Суслики. Что ты выберешь? Ну, а зерно есть, это же тоже вкусно. Ладно, потом выбираем. Ищем остальных. Снимем, как мы идем. Да? Куда ты пошла? Почему ты пошла там? Вот же дорожка. Беговая дорожка. Вот там вроде не бежит человек. Никого сзади нет. Криво, да? А как еще вот так снимать? Только видишь, так, чтобы мы влезли. Ага. Приходится криво снимать. А так меня не хватает, или тебя. Ты просто слишком высокий. Пойдем налево. И слишком красивый. Никого нет сзади. Никого. Боковое зеркало удобно? Вот чуть не сбили. Аня! Не выключается. Это же iPhone. Ты что? iPhone может еще как глючить. У Гали iPhone глючит, она боится. Айфон дороже машины, блин. Что, можно сесть на айфон и поехать куда-нибудь? Ну, да, отлично. Вложение. Где хомяки, блин? Где люди? Вон сколько хренов и никого. Сколько там стоит? 1,5-5 тысяч вход? Сколько? Я не помню. Разницу я сказал, 1,5-5. Дороги кривые. Ну что, самое поле, где больше всего голодных хомяков. Потому что сюда никто не приходит, никто их не кормит. Ну их нет. Ну мы где-нибудь-то найдем, как их можно. Они спят. Может, они все как когда старики. Они не хотели жрать. Они поздно встают, рано ложатся. Может, из-за дождя. Смотри, какое облачко. А на телефоне круче выглядит. Mm-hmm. Ого, ты не видишь через телефон. Mm-hmm. Может, птицы где-то летают, поэтому они не выходят. Нет. Mm-hmm. А там? Там суслики? Ты запомнила это место? Галя жалуется, что я ее не снимаю. Чуть подальше иди, поправее, вот, чтоб ты врезал. Вот, вот. Красивая Галя, какая красивая. Ты что-то хочешь? Котлет.
А ты? Ты хомяка хочешь? Ну хомяков есть нельзя, Галь, ты что? И красиво такая, заходит. Через веточку так. Какая Галя красивая, не могу. Ну хватит. Из чего красотки, ты котлет, да? Хочешь? Ну что, на детской площадке, думаю, их точно не будут. Тогда были. Тогда были. Сейчас что-то случилось. Может, уже ближе к осени их все меньше и меньше. Нет, не спят. Ну, это как-то странно, если честно. Да первый раз мы не планировали. Да, мы не планировали первый раз и офигели. И мы даже видео сняли, потом планировали. Второй раз дождь был, настроение ничего. Где? Где? А, вон там. Нет. Второй раз приехали, ничего. Третий раз приехали. А давай съездим, а давай. Ничего, вообще еще хуже. Сейчас вот телефон тебя заберет. На телефон, забирай телефон. Телефон хочет, он красный. А дай мне. Нет, я хочу в том раз. Иди сюда. Сусликов не видим, зато видим лучики. Идем лучики. Кстати, вон какая парковка на тапке. Тут цивильно сделали. Маленькая парковка. Чего? Она бесплатная? Она бесплатная должна быть. Думаешь, если была бы плата, тут было бы столько народу? Всякие штучки, дрючки. А ничего, что мы по встречке идем? Мы идем по встречке. Ну ты что, не видишь? Вот же разметка. Типичная русская разметка, которой почти нету. Даже для пешеходов. Ты пересекла сплошную. Выбирайте права. Которых у тебя нет. Права на свободу тебя забирай. Тоже ни у кого нет. Галя нашла добычу. Ну и где эта добыча? Ой. Я нашел. Прямо по сути. Вон. Я тоже сяду, чтобы не боялся. Ну давай, смелее. Не кидай, он должен подойти. Время идет, суслик. Не тупи. Тебя кормят едой. Что-то глупый суслик. Зачем ты села на мокрую землю? Я тебя видел, он стырил. Вот. Идем дальше. Мы еще одного нашли. Мне кажется, мы закончим с того, что с
тех же, с кого начали кормить. Ну, там он еще сидят. Что, он забрал? Да. Видите, НЛО. НЛО. Никого нету, не видно добычи. Только если это. Ну, хотя бы так по голове. Далее присела. Пойдем далее. Что, струк не хотят? Значит, пошли ко входу. Тут даже погладить ему в морду кидаешь? Чего ему в морду кидаешь? Галя, будешь салата? Тебе в лицо так салат. Листья салата. Дай мне. Смотри, учись. Это на. А, на красный телефончик. Сука. Иди сюда. Он взял мою морковку, смотри. На тебе морковка, на тебе морковка, на тебе морковка, на тебе морковка. Я найду другого. Ты вот он. Отзывали. Он там суслик, я вижу. А он ест, тут наш старый суслик. Ты горизонт завалил. А так? Где ты видишь горизонт? Тут дерево. Вообще могу так снимать. Сними суслика покрупнее. Суслика покрупнее снимать. Воробьев много молодых. Суслик, как дела? Хочешь большую морковку? У него уже вон сколько. Он сейчас доест. Посмотрим, чью возьмет. Да у него там еще две валяются. Откину моя морковка. Ну, внимательно следить за нами. Ты как лапочку держишь. Тут пальцами прям. Человеческими. Ну, второй сделал. Ну и лапки держишь. О чем думаешь? Насосствует. Он смотрит на солнышко. И думает. Слава богам за морковку. Слава всем, кто спит. Все ему. Что увидел? Хомяк. Кути-кути. Вот мы подошли к тому месту, где все начиналось. Давай, суслик. Иди сюда. Ты хочешь? Суслик. Суслик. Я хочу снять твою морду.
зачем? Ты ему дала морковку. Я хотел, чтобы он взял эту морковку. Это ты возьми морковку. Возьми мою морковку. Спасибо. Ты как-то не очень мило взяла ее. Ты не очень взяла. Вон, вон, суслик, ты что не видишь-то? Ты зачем в них кидаешь еду? Кань, увидел суслика сразу, еду ему по лбу. Ты чё? Он без трусов, ему можно ссать. Да отпусти ты ему, что ты его... Изо рта выпало. Дырявый рот. Что-то как-то странно все. Галя, победитель сусликов. Кто? Телепортировался. Телепорт. В землю. А ты что ешь? Попкорн? Что он ест? Ты вообще еда у него? Да. Что-то тут было. Следы какие-то, может, косили. Они напугались, их не было. Да, что за следы? Что тут за следы такие на земле? Может, тут траву косили? Вот они и боятся еще. Короче, мы собираем все. Рука. Стоп. Короче, мы собираемся уже. Галя оставшуюся морковку по норкам раскладывает. В следующий раз попробуем приехать где-то в 3, в 4. Где-то так. Надеюсь, будет их больше. Потому что сейчас пока их вообще просто нет. Сколько мы их встретили? Ну, около 15 штук, да? А раньше сотни были. Сотни. А сейчас ни о чем. Ну, приедем пораньше в следующий раз. Посмотрим. А сейчас домой. К собачкам. Да? Да. Но мы еще приедем. Да. Будет попытка 4. Надеюсь, удачная. Да. Но мы приедем пораньше, я уже сказал. Да. В 3-4. Я да. Уже слышу, ты да. Уже несколько уже... раз сказал. А мы еще приедем в 3-4. Да, давайте. Давайте. А мы пошли. А мы пошли.